Смотрите, кто дорогу нам перебежал. Видно? Нет, не видно. Стой, где они? Вот они побежали. Ты сейчас не увидишь. Привет. Вот стали, да? Стоят, да. Проезжай, не видно. Вот они, вот. Где они? Вон бегут. Вон они. За деревом сейчас не видно. Густой. Убежали, нет? Да, убежали. Не видно. Смотрите сегодня, в какой мы красоте. Можно даже представить, что ты как будто на горном Алтае. Незамерзшая какая-то речка. Наверное, протока Волги, может быть, просто какая-то речка с течением. Но удивительно, что в такие морозы она не замерзшая. Кругом все озера замерзли, даже Волга встала. А здесь протока какая-то совершенно не замерзшая. Было даже подозрение, что здесь какие-то, может быть, соляные или серные источники. Возможно, посмотрим в интернете. Мы находимся близ села Пискалинский Взвоз. Мы сейчас его проехали. И двигаемся в сторону базы отдыха Купринка, в сторону Волги, в сторону Волжского берега. Обязательно заедем, скорее всего, на обратном пути в само село Пискалинский Взвоз и проведем оттуда небольшой репортаж. Вот так вот здесь красиво. Приехали в место, которое называется, наверное, Пискалы. Это недалеко от села Пискалинский Взвоз. Здесь турбаза Волга Дискавери. Не турбаза, а кемпинг. Домики стоят, если не ошибаюсь, Сергея Николаевича Пушкина. Люди здесь живут, рыбаков очень много. Вот та самая речка незамерзшая. Вода здесь гуляет туда-сюда из Волги, поэтому, видимо, она не замерзает. Вон даже пар идет. Красотища необыкновенная. Вон какие ветки красивые. О. Вон какие здесь узоры. Только природа так может разрисовать. Самый лучший художник. Пушистики-пушистики белые. Пушистики-пушистики. Очень красивая природа. Здесь такое место удивительное. Здесь очень много морозного вот такого инея, который ветки покрывает. Солнышко вот вышло. Прям, ну, такая атмосфера очень красивая. И речка не замерзшая. Прям, правда, как будто мы на Алтае оказались. Но там течение у рек достаточно серьезное, поэтому там вода не замерзает. Но здесь, видимо, тоже с Волги вода заходит и выходит время от времени, поэтому лед не встает. Но прям пар идет. Думаю, что за сегодняшнюю ночь он встанет тоже. Господи, какая тут тишина, вы себе не представляете. Как здесь тихо. Только снег под ногами хрустит. И редкая птичка, пролетая, щебечет что-то. Такое настоящее место для релаксации. Вот там у меня фотограф мой контент пилит для Инстаграма. Бывают вот такие места, находятся они всего лишь в каких-то 30-40 километрах от города. Где тишина, умиротворение, спокойствие, природа, реки, горы, деревья, озера.
Так здорово иногда вырваться из городской суеты, забыть все проблемы, которые есть у нас в жизни, как неотъемлемая часть каждого из нас, и окунуться вот в такое спокойствие и умиротворение волжской природы. Ну, у кого-то волжская, у кого-то уральская, у кого-то сибирская. Надо почаще выбираться в такие места духовной силы. Про это не знал, что близ села Пискаринский ЗОС есть какой-то, видимо, заброшенный пионерский лагерь или дом отдыха, не знаю. Стоят такие вот дома заброшенные. Ну, походу, это был пионерский лагерь, мне кажется. Какой-то небольшой, ну, или лагерь для детей. Красота здесь необыкновенная, вид вон там на горы. Вон там вот Волга за лесом. Мы прямо на самой горе находимся. Сосны. Природа красотища. Got a lot of bad thoughts giving me pain. I'm afraid to show you.